Итак, всех приветствую на нашем канале. У нас очередная порция. Две посылочки с сайта AliExpress, пришедшие нам с Китая по новой почте. Не забываем подписаться, поставить лайки, поддержать нас, начинающий канал. У нас будет еще очень много интересных посылок, я так думаю. Так, и ну что ж, начинаем тут вскрывать первую нашу посылочку. На посылке написано стоимость $1. По-моему, за $1 я ничего не заказывал. Я заказывал только дороже. Так, не открыл в первый раз. Yes. Так, что-то у нас там синеньком вот там. Синеньком футлярчике. Так. Нельзя сразу открыть. Раз, так, что у нас здесь? Так, а у нас здесь чахол. Чахол, чахол, чахол. Полный телефон Xiaomi. Так, что у нас тут с собой он представляет? Такой вот золотистый чехольчик. Так вот складывается. Можно вот так вот будет фильмы посмотреть, подставить. Так, вот эту вот штучку можно сразу отдереть, убрать. Так, чтобы посмотреть, как он будет работать у нас на телефоне. Так, сейчас возьмем телефончик. Сразу же примерим. Так, что у нас по чехлу? Чехол золотистого цвета. Тут внутри пластмасса. Это самое главное, что пластмасса, не надо клеить. Как мне в магазине приклеили на мой телефончик. Взяли и на двухсторонний скотч тупо приклеили. Так, что ж, ну что ж, примеряем. Примеряем этот. Опача, подошел идеально. Ну, в принципе, по-другому никак и не могло. Все же заказывалось на Xiaomi. Так, не знаю, наверное, включен у нас. Вот так вот это все видно. Тут вот так вот. Вот. Ну. Все, вот так вот у нас. Такой вот солидненький, красивенький чехольчик. Еще ждем пленочку. Так, здесь у нас защита, а здесь нету защиты. Я думал, что там и там стекло. Здесь снизу стекла нету. Ну, не думаю, ничего не страшного. Так, здесь под динамики подошло идеально, под камеру подошло идеально, под это все подошло идеально, под зарядку и под все, нигде ничего не мешает, нигде ничего не мешает, все вроде бы отлично и супер. Еще идем на этот телефон, стекло, стекло я заказал. Так, ну что ж, смотрим дальше, это отложим. Тут у нас тоже интересная посылочка в коробочке, я так чувствую. Так, а здесь у нас детские смарт-часы. Что-то там тарабанит внутри. Так, подарочек нам положили. Наклеечки. Таких вот трансформеров. Хорошо, продавцу большое спасибо. И вот такая вот какая-то типа рекламки, наклейка. Что-то такое вот или нет. Не знаю, вот такая вот рекламка. Типа поставьте 5 звезд. На нашем, кстати, написано, что самое удивительное. Если вы удовлетворены, пожалуйста, поставьте. Поставьте, пожалуйста, отзыв. 5 звезд. Так, ну что ж, смотрим сами часики. Такие вот у нас красивенькие коробочки. Так, инструкция. Инструкция, кстати, на украинском, на русском языке. Это, честно говоря, меня очень удивило, ну просто классно. Краткое руководство по настройке часов G300. Часики. Так, вот такие вот у нас часики улетели. Такие вот у нас часики, очень красивые. На вид прямо шикарные. Мне очень такие, довольно такие красивенькие, очень красивенькие. Прямо на ощупь. Удивлен. Так, что у нас там внутри? Что-то там выпадает. Так, кабель. Кабель очень коротенький. Ну, это не удивительно. И масенькая отверточка. Тут внутри ставится аккумулятор и ставится сим-карта.
данному телефону. Этот телефон поддерживает GPS функцию. Так, ну что ж, сейчас мы посмотрим. Так, начинаем включать, включится ли они у нас или нет. О, они даже включились. 14 аккумуляторов, почти разряжен. Так, даже запущена пятница. Что-то добавить часы. По функционалу покляться, ничего не хочет показывать. Идти вниз. Телефонная книжка пустая. Добавить. Так, что означает SOS. Ну, это надо читать и смотреть. У нас тут уже какой-то вот такой вот типа сканера. Ну, сюда внутри вставляется сим-карта. Раскручивать я не буду. Часики не заказывать ни мне. Сейчас мы продемерим на детскую ручку. Кстати. И покажем. Так вот они выглядят на ручке, на детской ручке. Так, вот такая вот тут время, часы. Посмотрим здесь. Вот здесь тут у нас, походу, должны быть микрофоны. Видите, они подходят на маленькую детскую ручку. Вот моя призера. Огромная. Все, видите, все красивенько выглядит, все смотрится. Сейчас попробуем что-то по функционалу покляться. Посмотреть, что себя представляет. Внутренний функционал. Так, тут у нас разъем под зарядочку. Вроде бы все так гарно, файно сделано. Я так понимаю, что надо ставить программу. Программу на телефон. И тогда оно будет... Телефонная книжка пуста. Да, это надо установить программу на телефон. Или хотя бы для начала почитать саму инструкцию. Который у нас, кстати, на русском языке. Ну что ж, на этом будем с вами прощаться. Потом, возможно, если успею, сделаю обзор, если не захочет, кто мне их заказывал. Эти часики не захочет их сегодня же забрать. Я не успею на них сделать обзор. Если успею, то покажем вам. Ну что ж, будем на этом заканчивать наше короткое видео. Ну, очень интересные посылочки. Шли они к нам в течение 3 недель. Ну, слава богу, все пришло и работает. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на нашем канале. Не забываем подписываться, нажать на колокольчик и будете знать про наши новые видео. Всем пока и до встречи.